На предыдущем уроке. Позиция джумби. Фронтальный удар кулаком. Принцип передвижения при выполнении всех ударов. Шаг, подтягивание, удар. Базовый верхний блок. Сегодня мы покажем технику ударов ногами, применяемую в джумри тэквондо. Фронтальный удар кулаком ногой. Сайд-кик, удар ногой в сторону. Раунд-кик, удар ногой по кругу. И хук-кик, обратный круговой удар. Характерным отличием ударов является то, что они наносятся и нарабатываются преимущество впереди стоящей ноги. Это сокращает расстояние до цели, тем самым увеличивая скорость удара. Все остальные удары ногами являются интерпретацией сплавом этих четырех ударов. В терминологии применяется приставка фронт, когда удар наносится с предстоящей ноги. Фронт-фронт-кик, фронт-сайд-кик, фронт-хук-кик, фронт-раунд-кик. И приставка бэк, когда удар наносится сзади стоящей ноги. Back round kick, back side kick. Рассмотрим технику выполнения удара front kick. Удар очень естественный в выполнении, так как в нем участвует мышца ног, которую мы используем в ходьбе, в прыжках. Резкость удара зависит от начального рывка бедер. Техника раскладывается на три основных движения. Первое. Вынос колена. Нога как можно сильнее сжимается в колени. Напоминает нам сжатую пружину. Руки при этом на груди. Сейчас продемонстрируют удары наши студенты. На первоначальном этапе необходимо именно так нарабатывать удар, следя за правильностью действий. По мере наработки скорость ударов увеличивается. Целью удара – колено в боевом варианте, корпус и голова. Далее удар нарабатывается в обе стороны. Следующий этап наработки – это наработка в передвижении. Принцип передвижения.
движение остается тот же. Шаг, подшагивание, удар, разворот. Шаг, подшагивание, удар, разворот. Как и все атакующие удары, удар сопровождается сильным выкриком. Для облегчения наработки и ускорения этого процесса применяется принцип наработки с опорой стены. Это не отвлекает внимание, особенно на первом этапе, на равновесие. А ведь от равновесия зависит вся эффективность вашей техники удара с ногами. Следующий удар, который мы рассмотрим, удар ногой в сторону, сайд-кик, является самым мощным ударом. Продемонстрировать его мне помогут наши ученики Данилейко Андрей и Кырнышев Иван. Стаж занятий, ребят, 2 года. Оба получили аттестацию гранд-мастера Джунари на прошедшем семинаре. Данилейко Андрей, обладатель синего пояса, это старший пояс. И Кырнышев Иван, обладатель зеленого пояса. Первый элемент – вынос колена. Нога полностью сжата в колене, плоскость ее параллельна полу, ударная поверхность – ребро стопы. Опорная нога полностью разворачивается в сторону от противника. Подобный вынос дает большую силу удара и может наноситься с любого расстояния, практически вплотную. Второй элемент – удар. При ударе бедра полностью разворачивается и являет собой одну линию с корпусом. Руки плотно прижаты к корпусу, что является одновременно защитой и хорошей привычкой в спарринге. Для того, чтобы вы меньше отвлекались на равновесие, выполняем удар на 4 счета. Обращаем внимание на каждый элемент удара. На выносе особое положение бедер, ступни ног сформированы, руки находятся на груди. На 2-й счет выполняем удар. Зафиксировать, проконтролировать положение опорной ноги. После того, когда ваша техника с опорой стала уверенной, можно выполнять удары и без нее. И, конечно, необходимо следить за всеми элементами удара очень тщательно. Наработка на месте в обе стороны. Следите за выносом, выпрямляйте полностью опорную и бьющую ногу. Далее наработка продолжается в движении. Подтягиваем. Крик присутствует на всех атакующих ударах. Необходимо следить за руками, они должны быть плотно прижаты к телу.
Сейчас рассмотрим выполнение ударов движений по этапам на два счета. Вынос. Удар. Это упражнение служит хорошей проверкой вашего равновесия. Третий удар, который изучается на первоначальном этапе, удар раунд-кик. Это круговой удар ногой. Элементы. Вынос. Обратите внимание, колено и корпус находятся на одной линии. Руки плотно прижаты к корпусу. Удар. Удар наносится с проносом от центральной линии и возвращается по той же траектории. Сейчас выполнение удара покажут наши ученики Лыскина Валентина и Лелько Роман. Также участники семинара, получившие аттестацию джунари. Четыре элемента удара. Вынос, проверка баланса. Руки плотно прижаты. Удар с проносом. И нога возвращается по той же опорой у стены. Первый элемент — вынос. Обратите внимание, разворот опорной ноги. Пронос удара на 20 сантиметров от центра. Нога, бедро, корпус должны быть на одной линии. Опорная нога полностью развернута. Далее удар выполняем на один счет. Для наработки резкости и легкости удара применяется double round kick. Двойной удар. На следующем занятии мы рассмотрим первый комплекс формальных упражнений и требования, необходимые для сдачи на белые и золотые пояса по системе джунари тхэквондо. Белый рот, президент спортивного клуба КВОН Рабинович Андрей.